сборка эмуляторов. Почему никто не знает про Тетраарх? Второй раз я сегодня уже спрашиваю. Дончичку допью. Что? Так. Ну что, делаем дальше? К гадалке топаем. Пойдем к гадалке зайдем. Так, стоп, сначала баночку купить. Баночку купить. Баночка с землицей. Что в ней, угадай-ка. Да, дай мне тоник. И джин. Так, гадалка. О, открыто. Ура, ура. Да, хочу узнать свою судьбу, потому что я нихера не хочу соображать. Скажи мне, куда идти просто, и все. Зло воплоти хочет убить всех, кто тебе дорог. Ты хочешь узнать больше? Мое знание будет стоить... Да, давай. Твой путь ярко сияет в хрустальном шаре. Хорошо. Где именно? А это что за место? Вы туда вообще хоть раз ходили? Что это за место? Кристалл показывает, что только ты спасешься от этой ярости. Там озеро какое-то. Тьма расстилается перед твоими глазами, но ты посмотри в свет. Да, посмотрел. Мы там вообще были хоть раз? Что-то я... Это мне что-нибудь скажет? Может? Друг наш. О, я слышал, Ронан опять говорит странные вещи. Он необычная лундра. Ну, пойдем влево. Так, а совсем-то влево можно пройти? Или мне надо через верх или через низ? Через верх, наверное, это на пляж меня приведет, да? Через верх. Ну ладно. Или это шахта? Окей. Ой. Это что за лестница? Это что за дом? Я вообще не помню этих мест. Алло. Алло, что это за места? Привет, меня зовут Кохий. Кохий Дэнди? Это был перспективным композитором. Работа совмещала с великими мастерами. Джона Стэш, Рикарди, Маркус. Ты не узнаешь меня, парень? Без понятия, кто ты. Хочешь послушать мой лучший альбом? Нет. Я не знаю, кто ты, отстань. Меня пугают какие-то композиторы, которые живут у воды. Они страшные. Это угольная шахта. Окей, и чё? Чё, Феанор? Чё ты? Как думаешь, если я вот это гиперую? Чё-то будет?
Че ты в коробке сидишь? А что там делаешь? Э? Здесь ничего не было в этом доме. Закрытое помещение. Закрыто, причем. Подожди, а вот тут что-то было, погоди. Стоп. Нет. Куда пошел? Узнать. Уплыл, все, с концами. Ты чувствуешь героями, как пахнуло, да? Фей. Да, блять, не начинайте. Это то, что мне нужно? Бля, там килька пасется. Что? What? Может быть, слышен грохот падающих камней? Где конкретно? Уточните, пожалуйста. Ну я что-то совсем не ждал, что будет какой-то подводный уровень. Чего? Да ну... Бля... Какая здесь отвратная перспектива-то, ну... Ни хера не понимаю, где... Да ёпты, запрыгни. Пришел туда, куда надо, или что? Просто любопытный вопрос. Я там, где нужно, или не там? Где нужно? Хулить! Вот это ты швырнул! Наверное, надо было... Где? А чё он не зареспаунил, старый? Это нормально?
И чё? И чё мне теперь делать? Чё, блядь? Всё, зафакапили локацию, всё. Где-то понять, здесь вообще должен быть или нет? Ой! О боже! О! Нет? А, ну, наверное, типа, подожди. А как? Горшки не разбиваются. Ну все. Все. Приплыли. Это что, проход? А зачем здесь эти пузырики? Я типа... подожди. Я, кажется, начинаю догадываться, зачем здесь эти пузырики. Я сюда мог прийти, будучи... Будучи без... Да, блядь, эти ломаются, что ли? Не пойму. Чё это за говно? Ну-ка, ёбни. Не ломаются. А чё не так? Может, вот так ломаются? Ух, нихуя. Вот это ты пульнул. Нет. А где проход-то? Да как я тут пойму, что тут проход есть? Там где две? Да ну это дичь какая-то. Куда я должен прийти? Логично, что я должен выйти отсюда. А как? Тут кислород есть. Просто у меня надета мантия, которая, я так понимаю, защищает меня. Я бы проверил, на самом деле. Но что-то не хочется. Где ну... Как, блять, и куда? Ну вон проход. Я не могу туда попасть. Да тут нет прохода, блять, алло. Как? Пиздец, зашел хуй пойми куда, хер пойми зачем, хер пойми вообще нужно мне сюда, не нужно. Как я вот сюда зашел, вот в это место? Как я сюда зашел? Через вот это, да? Чё-то дурость какая-то. Тут можно и так пройти. И чё?
Ебанутая ты игра. Что? Да ну я уже в каждый угол тыкнулся. Бомбы здесь не вариант вообще кидать. Я смотрю. Это тоже не работает. По-моему, надо загружаться. Мне кажется, надо загружаться. Я не понимаю, как отсюда выйти. Я просто застрял, и все. Нет такого прохода волшебного какого-нибудь? Нету. А зачем? Что-то надо плащ снять и попробовать прыгнуть. Нет. Ну вот я сейчас снял плащ, и чё? Я заблудился. Я сохранился, надеюсь, хоть. Где-нибудь хотя бы. Я не могу вылезти из этого места. Оно меня бесит. Что за место гадалка показала? Я, блядь, нихуя не понял. Еще раз надо посмотреть просто. Да ну хорош, давай, не пизди мне тут. Столпали. 18 часов мы уже наиграли, охренеть. Мы только половину игры прошли. И то не факт. Боль, какая боль. Ага. Бабка, выручай, бабка, выручай, не понимаю, что происходит. Ты чё? Я хотел уехать в столицу, не мог. Что-то ответил отказом, я думаю, они знают, что происходит здесь, они боятся, что я принесу с собой ночные кошмары. Вообще, по логике... Надо к этому сходить, наверное, да? К Ронану этому, который священник. Да, я хочу узнать свою судьбу. Еще раз. Ничего не понимаю. Зло воплоти хочет убить всех, кто тебе дорог. Ты хочешь узнать больше? Да, хочу.
Нам не нужно было в реку-то идти. Нам нужно было влево идти. Там вон есть мост какой-то. Перед нижней частью где-то слева есть мост. И оттуда вверх дорога. Либо сверху, и оттуда есть вниз дорога. Я, правда, там не бывал, я не знаю. Или бывал, не понимаю немного. Короче, надо попасть влево, но не надо... Но не надо, наверное, падать куда-либо там. Во всякие водовороты. Пока что, по крайней мере. Пока не удостоверимся 100%. Так, пирс. Мне нужен пирс. Вот он, пирс. Отсюда влево. Кыш. Вот и мост. Вот и мост. От моста вверх. Ставь вверх. Правильно? Да вы что, угораете? Я не буду туда падать. Идите нахер. Мне страшно и так. Еще падать туда. Плывай, Тони. Не уверен, что там был проход. Лиса Марга, пруд. Лиса Марга, лес Иноа. Что за странный камень? Что происходит? Где мы? Так это к этим, к макакам. Это уже перебор. Ржавый затвор сдвинуть его невозможно. Видимо, пока что. С предположением, что это будет последняя локация. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хрен там. Опа. А, в смысле? Что происходит? Куда ты сюда? Ну куда конкретно? Чего это? Берегись, человек-обезьян. Ебанёся. И чё? Чё, не понимаю. Игра вообще уверена, что мне сюда? Это куда дорога идёт? Тут я был только что.
шахте живем. Ну не в шахте же нам. Или в шахте же нам. Что происходит? Рубиновый пик на пьедестале. Чё? А ты дурак что ли? Вот так вот делаешь-то, блядь? Может забери его? Чего? Мне еще придется гонять и искать. Черт. Да и дрить должен идти сейчас. То есть, ну сюда надо принести все. Ой, блядь, мимик опять. Блять, не сюда. Да что за хрень-то? А, я тут был. Я помню это место. Ебануться. Чё это? Магискат? Ну не туда же нам идти. Так. Не еби мне мозг. Да ну вот, я тебе говорю. Это просто Макс. Где домой дорога? Боже, игра. Домой возьму. А не домой, верни меня домой. Деревня иное, где она? Да, нашел. Так, тихо, вниз. Просто вниз, давай, бабум. Так, где-то в каком-то доме какие-то люди. С ними надо поговорить. И что-то будет. Здесь? Нет, не здесь. Ну и может здесь, не знаю. Я не знаю, какой Ронан человек, Алундра, но я должен рассказать историю. Несколько недель назад мы гуляли около угольной шахты. Большой валун упал на скалы и покатился прямо на Лутоса. Ронан появился из ниоткуда и толкнул Лутоса с дороги, спасая его жизнь. Может, Ронан и молится богам, но он не разрушал эту деревню. Мы должны поискать в другом месте источник бедствия, свалившийся на нас. Ну ты давай, что ты защищаешь его? Мы же видели, он там, блин, дьяволу поклоняется, ну его нахер. Что защищает его? Говорят, что Лутос ищет тебя. Кто такой Лутос? Кто такой Лутос?
Ты кто? Тише, боги сделали это с моим братом, а ну да, они превратили его в незнакомца. Чё? Сейчас я тебе покажу. Чего ты мне покажешь? Не надо мне ничего показывать. Так, я ничего не понимаю. Ну-ка, еще раз. А у меня его нет тут. Я же заходил сюда. Его тут не было. Какого черта-то? Что ты, игра? Что ты городишь-то? Вот я его ищу-то, нет? Да нет, или не его? Может тут? Дома все такие похожи. Во, вот его ищу. О, Алундра, я по всей деревне искал тебя. Слушай, я должен кое-что спросить тебя. За последние дни моя жизнь была в опасности несколько раз. Один раз я чуть не погиб от валуна огромного размера. Ронан появился в последнюю минуту и спас меня. Вы с Септимусом наверняка обсуждаете это, да? Ты думал, что Ронан приложил руку к тому, что оказался в опасности? Не ебу. Что надо ответить? Да. Да? Да, ты прав, это не просто совпадение. Но почему Ронан спас меня, если сам же подставил меня? Без понятия. Если он такой злой, я не понимаю, зачем Ронан спас меня. Надеюсь, ты понимаешь. Так, что теперь? Куда теперь? А, надо просто выйти. Извини, Алундра, но я слышал, что ты говорил, и я должна спросить. Я не понимаю, почему Ронан спас Жени Лутасон, но мне кажется, ты понимаешь. Сон Сибил сказал мне, что если Лутас умрет, его дух вернется как священный меч. Что значит, Ронан спас Лутаса, чтобы не дать тебе получить этот меч? Но как мы можем знать о сне Сибил? Я думаю, что Сибил сказал Ронану что-нибудь подобное. Погоди, Алундра, ты молился Мелзасу? Когда я впервые пришел в деревню, Ронан хотел, чтобы я молился. Я отказался. Что, ты молился? Я думал, ты мог молиться. Это впускать богов в твои мысли. А я откуда знал? Мелзас видел твои мысли и знал, узнал о сне Сибил. Пойдем в святилище, и я уничтожу статую, чтобы Ронану было некому поклоняться. Только так мы сможем истощить силы Мелзаса. Ты со мной? Пойдем. Пойдем. Я сам иду? Да, сам иду. Бля, я невзначай «да» нажал же. Ну я как-то из вежливости. А я хер знал. Так, подожди, а где он? Здесь, да? Здорово. Рад, что мы сделали это. Давайте войдем внутрь. Господа, вперед. Захожу. Теперь ты меня закроешь сзади, да, и меня убьют. 850 лучников. Да? Ну-ну, Алундра, я вижу, ты сегодня смей. Смей. Статуя Мелзаса скрыта в подвале. Я могу чувствовать это даже стоя здесь. О, боги показали себя вам, не так ли? Да, Ронан, это было прекрасно. Они просили меня помолиться за их вид. Чё? Вы думаете, что я вам поверю? Если вы видели что-то вообще, это дьявол, не бог. Если хотите, чтобы я взял вас к статуе, я... За поклонение, а не уничтожение. Если вы недооцените меня, то будете глубоко разочарованы. Дети. Понятно. А теперь уйди с пути и не пытайся предотвратить неизбежное. Высокомерная девчонка. Юбон всегда знал статуи в моем святилище. Каждый знает, и они не только одобряют это,
Они также этому молятся. Я половину текста не понимаю. Интересно, как бы они отреагировали, если бы вы должны были уничтожить объект их мольбы? Держу пари, их реакция будет не менее благоприятна, чем вы надеетесь. Будет то, что должно быть, Ронан. Все это закончится. Я всем докажу, что стата источник зла, это она будет уничтожена. Все. Эти кощунственные слова вернутся и поглотят тебя, еретик. Охренительный смех. Ронан убийца, я уверен в этом. Алундра. Более того, я уверен, что следующий будет кто-то из нас. Нам надо постараться защитить своих друзей раньше, чем он убьет снова. Я должен остаться с Эмптимусом, увидеться с Джезом. Нам надо спешить, скоро деревня опустится, темнота. Увидимся с тобой завтра у тебя дома. Так мне чё, с кем надо? С Эмптимусом, с Джезом? С кем? Чё? Чё ты хочешь? Чтоб я с Джезом поговорил? Что-то перевод очень невнятно объяснил, кому мне надо пойти-то. Допустим, Септимус. Это не его дом, само собой. Почему ты думаешь, что это его дом? Здорово. Мир рассказал мне недавно про Ронана, не беспокойся обо мне, друг, позаботься лучше о себе и о Джессе. Не волнуйся, хорошо позабочусь о Септимусе. Ну, я, видимо, буду заботиться о Джессе, да? Яру. Алундра, тебе надо отдохнуть, ты выглядишь уставшим, ты понимаешь, о чем я? Постоянно бегаешь с места на место. Ты заслужишь отдыха на одну ночь, дружок. Что? Я не могу пока спать. Надо много чего поделать. Ну, поделай. Не очень как-то, знаешь, подходить к людям, когда они спят. А Лундра думает слова Хронона, когда он покидал святилище. В конце концов, мозги побеждают истощенное тело. А Лундра мягко погружается в глубокий сон, луна и звезды. Спасают небеса и утреннее солнце, когда петух кукарекает вдалеке. Да-да-да-да. Вставай, Лундра, вставай! Ты, это Джесс, он... Джесс... Ну, пиздец. Не дышит. Вонючий воздух. Ты гадкая планета. Люди из деревни ушли на кладбище, пойдем со мной. Джесс умер? Серьезно? Он не сделал меч и умер? Чего, блять? Ты угорел, что ли, игра? Чего, блять? Да ну вы ебанулись. Пиздец. Игра. Шестнадцатибитные похороны кто-нибудь видел когда-нибудь? Ядрите, конечно, все дохнут здесь. Жесть просто. То есть это первый человек, который нас, как бы, с которым мы познакомились, и тут он внезапно умирает. Просто в середине игры. Жесть.
И самое интересное, да, он не сделал меч. Он должен был сделать меч какой-то. Мы же видели видение, и Сибил говорил, что они всегда сбываются. Джесс нашел тебя на грани смерти, вернул тебя к жизни. А как ты отплатил за его доброту, Алундра? Ты убил его. Да, Алундра, я возглавляю обвинение за Джесса только на тебя, убийца. Сам, блядь, пойди убил его. Козюль. Алундра, ай, вот, возьми, это ключ, я нашел его в зажатой руке Джесс. У меня нет сомнений, что он хотел, чтобы этот ключ был у тебя. Получил маленький ключ. Сейчас он мне от того сундучка, который сверху. Если тебе что-то нужно, Алундра, я с радостью помогу тебе, только проси. Использовал ключ. Взял дневник Джесса. Алундра, если ты читаешь это, значит я мертв. Это не очень хорошо, ты понимаешь, что я говорю, да? Я пришел посмотреть, что Ронан делал на кладбище, когда ты спал. Я знаю, что ты, как и я, подозревал его, но я не хотел, видимо, в это верить, чтобы ты принимал вызов один. Мне страшно, Алундра, моя рука продолжит, когда я пишу. Я должен отказаться от мысли скомкать эту записку и выкинуть ее. Было бы так легко забыть про Ронана, подняться наверх и отступить. Но я не могу сделать это, мой мальчик. Ты мне как сын, и я не хотел, чтобы тебе было стыдно за меня. Поэтому я призвал всю храбрость, которая была, чтобы написать это письмо. Всех радуюсь, что была, чтобы написать это письмо. Перед тем, как я пойду к Ронану, после того, как умерла моя жена и сын, я сломался, твоя железная воля укрепила меня. Я мало тебя узнал, но я рад этому. Спасибо, Лундер, дорогой сын. Джесс. Коробки побитые, сломанные доспехи. Взял сломанные доспехи. А их можно починить? Надеюсь, можно. Чё это? Чё это? Вы активны. Это прогресс. Это хорошо. Я боялся, что ты найдешь вечный отдых. Вечный покой. Ты знаешь, о чем я говорю? Меня зовут Джесс. Я мечник здесь в Инуэ. Приличные деньги за мое время. Как тебя зовут? Алундра? Приятно познакомиться, Алундра. Ты на лодке Кларка или нет? Ты действительно жив. Ты знаешь, о чем я говорю? Сейчас о чем я, блядь? Они не нашли части того судна больше, чем... Ну, короче, это... Все, что они нашли, это какие-то доски просто. Позволь мне говорить... Пожалуйста, оставайся здесь, пока полностью не поправишься. Я живу один, когда ты уйдешь, я буду старым жирным человеком. Не беспокойся об этом. Вначале другой перевод был. Чуть не забыл. Книга рядом с кроватью, это дневник. Хочешь использовать, одобряю. Починил для тебя. Это просто рассказ. Пересказ того, что вначале было. Я не знаю, зачем это все. Просто что, все сцены с ним? А Лундер, не так давно эти люди молились идолам.
Они были материальным воплощением богов, ты знаешь? Но весьма неожиданно король декретом запретил поклонение идолам. Блять, что? Люди не имели другого выбора, они подчинялись со слезами. Смотрели на разрушение статуи. Приблизительно в это время дворец в Северном озере был погружен фактически. Было 5 лет назад, но мне кажется, как будто это было вчера. Ты понимаешь, о чем я говорю? Сейчас же о чем я? Начиная с того времени, мы потеряли страсть к созданию. Что если боги рассердятся и забрать страсть? Я не говорю, что они сделали это, но они заставляют думать по ночам. Но боги или нет, я должен восстановить страсть. Ты знаешь, о чем я? Я почти могу слышать голос Олина. Со мной что-то требующее сделать прекрасное оружие. Или даже лучше, требую помочь тебе в эту минуту. Не, ну они реально все заставки с ним будут показывать, что ли? Это добытая бомба. Добывающая бомба, фактическая бомба, не используется в шахтах. Добычи, так они их называют. Хороший способ проходить через камни. Ты знаешь, что? Сечешь? С этим легко войти в угольную шахту, но это будет опасно. Дина, серьезно, они в один повторяют касцены. Хотите сделать это как-то красиво? Сделайте это просто без текста. Пусть они ходят. Мы поймем, мы это, блядь, видели. Зачем нам второй раз-то это? Вот план. Я иду в шахту, посмотрю, безопасно там или нет. Ты стой здесь, хорошо? О, дорогой Алундра. Алундра. Я был взволнован сейчас в безопасности, да. Надо было с каждым. Такое ощущение, что это аниме, знаешь. В аниме филлеры бывают, когда там флешбеки крутят, короче, раз по 7, блядь, одни и те же. Самый ужасный день в жизни Алундры закончился. Он все еще видел мягкую улыбку Джесса, когда закрыл глаза. Да, эта картина померкла, Алундра тихо заплакал горькими слезами стыда и горя. Но даже слезы не могли сдержать боль его сердца. Так он уснул, умоляя богов остановить безумство. Что-то игра вообще вот реально чернит прям по полной. Мажин Во. Спасибо за фоллоу. Добро пожаловать. Так, чё, куда тогда мы идёмте? Чё-то все вообще уснули, по-моему, да? Опа, ты кто? Алундра, ты нужен. Мне, моя дочь, Елена, она при смерти. Пожалуйста, Алундра, умоляю, используй свои силы, чтобы спасти её. Клянусь, я изменюсь. А если она умрет, пока меня нет, слишком долго за тобой ходить. Я должен возвращаться за ней. Пожалуйста, приходи, Алундра, я умоляю. А где твоя Ленка-то живет? Баночку, пожалуйста. Будьте любезны. Бык. Да-да-да, давай. Я сейчас задумался, а что у них за магазин такой? У них с потолка предметы падают просто. Это как работает-то вообще? Да я даже не знаю, стоит ли спрашивать у гадалки-то, она что-то... Елена. Кто такая Елена? Давай так, я не буду сейчас входить в дома, я просто пробегусь по кругу. Если у какого-то дома стоят люди, наверное, надо туда войти. Так, подожди, а если Джесс умер, этот дом теперь мой, что ли? А у меня документов нету.
Он же не переписал ничего на меня. Что за дела, блядь? О. Что? Мия? Она должна быть уже в доме. Даже Мия не может войти в кошмар Елены. Кажется, что сны стали сильнее. Ебля. Или ночные кошмары. Как я был глуп. Верил, что боги милосердные и добрые, они просто бессердечные и жестокие. Не более. Дойди-ка, пожалуйста. Дай-ка я войду. Чё за Елена-то? Я уже не помню. Хоть такая-то. Здорово, здорово, здорово. У Елены много личностей. Я насчитал 4. Ее кошмары будут очень сложно победить. У нее раздвоение личности? Мия ушла в сон Елены, но не может справиться с кошмаром одна. Так давай я помогу. Я брошу пить. Выйди все светное из бутылок в доме. Помогите дочери, спасите ее. Ого. Мия сказала мне, что у Елены ночные кошмары. Она бедная девочка. И что она испытала так много боли за короткую жизнь. Она этого не заслуживает. Я почти победил этот кошмар, Алундра. Я даже не думаю, что ты сможешь сам победить его. Ты позволишь помочь тебе, Алундра? Возьмешь меня в ее сны? Да. Спасибо, я знаю, мы сможем сделать это вдвоем, Алундра. Вместе мы победим всех, я верю. Вы оба должны быть очень осторожны. Алундра, Мэй, умоляю, спасите дочь. Да спасем, не переживай, нас теперь двое. Два экзорциста лучше, чем один. Вы готовы идти в ночной кошмар? Да, готов. Наверное. Мечта Елены. Алундра, подожди меня, я тебе помогу. Это, блядь, что такое? Ай-яй! Что-то перестаю понимать, что происходит. Потихонечку. Да, алло. Как допрыгнул? Чего? Что происходит-то? Че вот мы сделали сейчас? То есть можно вверх, можно вниз. Сложно. Ух ты, нихуя прыгнул. Я вообще не это хотел, ну да ладно. Пойдет и так. Что происходит? А че он ушел-то вообще? Тут так вот перспективу сделал, нихера себе. Так, брысь. Все брысь. Бум. Алярм! Да уж. Это ломается? Нет. Так. Да, розетки. На розетки похоже. А я могу вернуться-то? What the... Что?
А как мне вернуться? Не, ну подожди. Так, и чего? Ну я кнопку-то нажал. А, там... Алундра, я не могу допустить это. Но я в тупике. Пожалуйста, приди и помоги мне. Если ты будешь стоять на месте, я с удовольствием приду и помогу. Но я пока не понимаю перспективы в этой игре. В этом уровне. Блять, вот ты взял и упал. О, боже! Фак. Собрали быстрей. Куда ты, ёпа-мать? Вниз хочу. Просто вниз хочу, вот сюда. А смысл? Да ну это чё за чушь-то? А там теперь закрылось. Или это типа надо врагов убить, и потом оно откроется. Я не понимаю. А. Ебанюсь. Я пришел! Ты где? Ой, блять, лава кругом. Хорошо, Алундра, есть идеи, как открыть эту дверь? Ни малейшей. Наебалик, я не наступил просто. Не могу поверить, что позволило использовать себя, но понимаю, как... Вы величественны, что? Куда ты без меня-то ходишь? Так, используй, пожалуйста, вот это. Чего? Чего ты опять концернишь? Что такое? Что случилось? Еще траву. А я что, две использовал? Блять, я тут не взял. Да ничего. Ну ладно, минус модерка. Так, и куда она пошла? Есть предположение, куда она... Сюда она пошла? Я пытался считать это ошибкой, но ты где-то шатался. Кажется, подобно этому крючу, что появляется... Видно, соответственно, их друг с другом на каждом шаге. Стой, у меня идея. У меня тоже идея. Давай ты будешь произносить слова нормально в предложениях, а то я не понимаю. Я пойду к рычагу, а ты прыгай. С этажа. Ебать. 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 Ты чё, прикалываешься? Хорошо, идем, откроем дверь. В момент истины, давай дойдем до него. Пипец. Что это было? Что это за жизнь была сейчас? Куда вот она дальше пойти могла? Вниз? Она назад могла пойти. Да? Скажи, что она назад пошла.
Не-не-не-не-не, там что-то лестница вверх. Что за лестница? Запер. Чтоб тебя. Куда она пошла? Куда она могла пойти? Вниз? Сюда? Вот. Здесь было закрыто. Так, ну тут мы не были. И чё там? И чё там? Трава? Давай. Кто додумался, блядь, вот так делать? Спасибо. Спасибо, Юки, за хвост. Здрасте. У нас все еще Алундра. Иди, Варзай. Иди. Сидишь там на других стримах. Иди, там и сиди. Привет, Юки. Привет, Джеди. Привет, Дизи. Здрасте. Еще каких-то 80 часов, мне кажется, я пройду эту игру. Украл зрителя. Да, забирай. Ее забирай. Это, она сидит постоянно, что-то бузит на меня. Что-то чика-бука, все такое. Ты понимаешь, наверное, да? У тебя есть наверняка такой зритель такой, которому все не нравится. Руинер. Что-то надо водички попить. Варзай! Встань. На грани бана, да. Ой-ой-ой. Отверстие. Это такой фильм должен быть, короче. На лезвии бана. Что-то я упускаю, да? Что вот это? Вот кто? Что это за дичь? Что это? Дамс. Еще травка. Немножко травки еще. Санек местный шелкопряд. Ну хоть не скрывает. А то раньше все прикрывался. Я кузнец, я кую. Вот это поворот.
Я не уверен, что мне нужен этот сундук. Я не хочу его брать, я хочу спуститься вниз. Чтобы спуститься вниз, нужно так вот. Бум-бум-бум-бум. Хорошо. Я пробежал. Что это? Кто это здесь? Это невозможно. Как мы сможем пройти эту пропасть, слишком широкая для прыжка? С головы прыгнем. Ой. А чуть мы назад что вернулись? Ой, лобзики. Стой здесь! Не двигайся! Очередной раз, когда меня игра троллит. Я правильно уловил? Да хорош. То есть смысл в том, что она такая что-то покрутилась, повертелась, да? Чё здесь? Ну-ка. Еще трава. Да что травы-то так много здесь? Я, конечно, не против. Но могли бы что-нибудь под... по цене положить. Я тут! Я тут! Опачки. Не уверен, что он мне нужен. Да ладно. Ядрить, я приноровил сходить за фонтанами за этими. Так, ну чё ты мучишь-то? Ай, ну ты чего, блядь? Ты нахера? Ты зачем крутишься, женщина? Блин, ты меня бесишь, игра, вот этими вот своими замутами. Я так в Light Crusader делал. Прыгал на голову врагам, чтобы перепрыгнуть через... через головоломки, ебать. Ой, боже. Давай-давай. Опа! Да, блядь, иди в жопу! Она бесит. Она... Тебя бесит она? Меня бесит. Почему нельзя было дать мне бочку? С бочкой попроще было бы. Иди нахрен! Чё, ты дропнул? Да, конечно. Пока нет. Уже одной ногой, видимо. Чувствуется уже. Не прыгай сразу. Она сильно делает второй круг. Да ёб твою мать, зачем вообще надо было двигаться-то, блять, она ходит же. Она же ходит. Да иди ты в жопу, игра. Слушай, какие-то вот эти инопланетяне слишком какие-то сочные, не?
по сравнению со всем остальным. У них какие-то больно яркие цвета. Жуть. Жуть. Давай. Я говорил, что даю высокий старт. Иди нафиг, женщина. Так, и что? Залезь? Это же лестница. Че это? Ключ. 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 Женщина, пойдем. У меня ключ есть. Пойдем. Ядрить. Что это? Начинается настоящий тест. Мы должны уничтожить все четыре камня, что захватили управление сознанием, если их остался хотя бы один. Надеюсь, Ирина не обречена на гибель. Дому дороги! Дому дороги! Почему вы все врываетесь ко мне на стрим, когда я уже пытаюсь закончить его? Что за манеры? Dark Knight! Спасибо за хвост. Это Evil Rock, привет, Питбулетти. И пока, да. И пока. Здорово, здорово. Это Камикадзе. Что за манеры вообще? Мне, знаешь, каждый раз, когда, короче, 2.50, 2.40, короче, ночи, мне хочется, знаешь, щеколду такую просто. Манеры! Знаешь, как в этом, как вот. Как этот фильм назывался? Кингсман, да? Манеры! Валерьянка. Ям. Здрасте. Илблит? Ты хочешь сказать, ты сейчас сидел и играл Илблит? Ты это сейчас хочешь сказать, да? Или ты просто спрашиваешь меня? Я не могу в Hellblade пройти первый уровень. Ибо я... Да, я... ибо я шатал эту игру. Какого кошмара хочешь начать? Цветной кристалл, который хочет уничтожить, определяет сначала в мечтах. Чё? Вчера горел? Так чё ты? Так чё ты поиграл? Получается. Потому что я первый уровень не смог пройти. Я знаю, в принципе, чё нужно делать там на боссе на первом. Что, типа, от него надо убежать, потом бежать от него долго. Но я так и не прошел его. Это просто жопа какая-то. Биг Буба, привет. Чего я хочу-то? Упс. О, сохранение, ура. Видите, у меня хп. Еще, блин, 100-500 часов играть в эту игру, ядрить. Илблит, блин. У меня была она на диске. Диск, правда, не знаю, куда делся. Мне нравилась эта игра, она охренительная. Но, сука, первый босс, это все. Это игра со... Любая драка в этой игре, и все сразу. Игра становится, я ядрил, какой сложный. Там еще кровищ хлистает в разные стороны. Хотя вообще игра не похожа на ту игру, в которой кровь есть. Хотел поиграть в Алундра. Качнул, хорошая. Ты любишь пазлы, которые ебут, которые тебя насилуют?
от начала игры и до конца игры. Лонгплей 16 часов. Я уже играю... Сколько я уже играю? Я играю уже 19 часов. И я прошел где-то чуть больше половины. Присоединяйся! Играй в Алундру, Алундра классная. Это как Зельда на SNES-е? Нет, это как Landstalker на Сеге, только, блин, головоломками. Раз в 500 сложнее. Если в Зельде загадки для 10+, здесь загадки 16-18+. Не потому что тут сиськи голые, а потому что тут что-то жесть. Тут чуть ли не каждая комната головоломка. И это жестко прям совсем. Не, ну тут Юхи согласен. Лучше уж проходимая игра, чем, ну, вот такая вот. Где конты кончаются, и все, начинай заново делать. Здесь хотя бы я могу сохраниться. Спасибо. Было приятно. Шоколад! Давай, вылезай. Я знаю, ты здесь. Так, чё? 4. Я не умею так высоко прыгать. Лево. Вот. Наглядный пример. Наглядный пример, что я только что говорил по поводу этой игры. Вот ты что-нибудь понимаешь? Вот так вот каждую комнату. Мне кажется, это то, что мне будет нужно, когда я пройду эту игру. Валерьянка. Спасибо за фол. Добро пожаловать. Да ну ё-моё. Юрий, здрасте. Овечка. Дыру. Да ну ё-моё. Сика. Там нет платформы, что ли, или чего? Где она? Она передо мной. Да? Она передо мной. Окей. Тут какая ты нафиг игра жесткая. Перспективка. Ой, боже. Кусь! Не надо кусь. Да ну блин, тут эти подставы на каждом углу. Ты просто кидаешь кристалл на постамент, пол проваливается. Ты проваливаешься вниз, но ты не знаешь, что тебе нужно держать вверх в этот момент во время падения. И ты такой просто падаешь вниз, пролетаешь этаж, на котором тебе нужно было сойти, проваливаешься вниз в яму с монстрами, дерешься с ними до победного, потому что дверь закрыта. Либо это потому, что, ну, там рычаг какой-то слева стоит. Тебе его нужно нажать и пробежать всю комнату. Пробежать всю комнату, которая секунды 3 в длину. Ну, если ты бежишь. Слева направо пробежать, мимо всех монстров, и успеть в дверь, пока она не закрылась. Вот такая игра, я тебе говорю.
Валерьянка, не уходи. Валерьянка, впитайся в меня. Спокойной ночи. Хочу в это сыграть. Попробуй. Не, попробовать в это может и стоит. Проходить, ну это, я не знаю, нервов у вас хватит. Что? Игра, что? Что? Что игра ты хочешь? Что не так? Что? Что? Пожалуйста. Чего не так? Что? Ну что? Ну блять, ну что? Я не понимаю, играть, что ты хочешь. И как вот это взять? Здесь должна быть колонна еще одна. Не, Will Bleed клевая механика. Ну, я говорю. Вот эти все, как... Искать... Вот эти вот, короче, скримеры все. Вот это прикольно сделано. Но как только начинается боевка... Такое ощущение, что игра тебя просто нагибает. И такая... Ха-ха-ха. Получай. Игра хочет, чтобы игрок сдался. Это свечес. Да уж. Игра, что ты хочешь, объясни, пожалуйста. Потому что я не понимаю. Я вот стою здесь. Я стою здесь. Что ты хочешь? Надо было сильнее прыгать. Ой, я еще помру. Тихо. Давай, знаешь что? Свит квады. Где он? Охолай, охолай. Смотри. Куб! Нет. Просто нет. Может, мне не надо было нажимать рубильник или чё? А, я опять забыл, ну. Нет? А чё не так-то? Я не понимаю. Alan Stalker игра называется. Это продолжение его. В общем-то. По крайней мере, Википедия так говорит, что это продолжение Alan Stalker. Хайден. Лодос будет в воскресенье. Я в него играю по воскресеньям. Я играл час, наверное. Не помню. И теперь после этой игры я чувствую, что я больше не буду играть в него. Есть подозрение, что там есть такие похожие головоломки. Плюс это все в изометрии. В исключительно хороший.
Чё? Что? Оу! Здрасте. Ну, я как бы не планировал, ну да ладно. Что? Колонны. Да, тихо, машина. Нет. Хай! Хай! Я не допрыгиваю. Я совсем забыл, короче. Мы же можем делать вот так. И меня никто не заденет. И внезапно мы узнали, что здесь есть места, в которые... Можно потихонечку спрятаться. Чего? Что происходит, Алундра? У тебя какие-то проблемы, напряги, мускулы шеи, напряги мускулы шеи. Необходимо использовать твою голову, любимчик. Че? Любимчик? Я, ого. Так, подожди, что ты хочешь, чтобы я сделал? Я и открылся верный путь. Давай, пошли. Так. Я надеюсь, ям здесь нету. Заперто? В каком смысле, блядь? У меня нет ключей. Алло. О, боже. Игра, блин, ты меня морозишь, зачем? Ну и что, получается, я в каждую сходил, что ли? Игра постоянно так делает. Эта игра так постоянно делает. Надо было рубильник дернуть. А чё я? Можно же, наверное, так, да? Чё здесь? А? А? Как тебе? А? Опа. Я в домике. Чик-чирик. Чик-чирик, я в гробике. В домике. Ладно. Ключ есть. Ты хочешь сказать, что ты не фолловер?
Ты хочешь сказать, я буду тебя приветствовать? Ты уже 100 лет сидишь на канале. Спасибо за фоллоу. Добро пожаловать, Юрий. Прекрасно. Гости только этого и не хватало. Или это другой Юрий? Да нет, это тот Юрий, что-то не обмануешь. Только этого не хватало. Но, собственно говоря, у меня нет выбора. О, Блендрей. Хадоукен! Хадоукен! Ты есть! Курить! То есть я вот сейчас вообще все зря сделал, что ли? Спокойно. Я думал, что они сейчас будут это. Я с таким дрался, это был первый босс. Только он был один, и когда ты его бьешь 4 раза, он, короче, рассыпается на более мелкую свою копию. И так 3 или 4. И вот это была жесть. Жесть просто была. Классный звук. Киньте меня в начало. Да ну ты угораешь, что ли, блядь? Без сохранений, без ничего. Так, у меня есть? У меня нету. Придется так. А чё они не сделали портал-то? Чему я удивляюсь в этой игре? Портал они не сделали. А нахера его вообще делать? Иди пешком. Ты вроде не сильно долго ходил-то. Походи еще полчасика. Подожди, что здесь, босс-раш, что ли, будет, или что? Просто я уже, как бы, с одним боссом уже сразился. А тут еще 4 кристалла. Да ничего, реально, босс-раш, что ли, решили запилить? Просто так, невзначай, посреди игры. Чего?